Есть у нас и триллеры, есть фантастические истории, есть комедии, есть драмы. И все это жанровое разнообразие произойдет на Чуйском тракте и расскажет о нем. Такова концепция веб-сериала, который создадут в Алтайском крае. И это уникальный проект. В нашем крае впервые снимают профессиональный сериал для интернет-платформ. Этот опыт смогут перенять по всей стране. Прямо сейчас на Алтае ставят на рельсы процесс кинопроизводства. Мы же делаем замкнутый цикл, и гарантированно те сценарии, которые у нас выиграют в питчинге, они гарантированно производятся. И затем получает какую-то дальнейшую историю продвижения, фестивальное продвижение на платформы и так далее. Вот что мы пытаемся реализовать. Почему многие хотят с нами сотрудничать? Потому что в подобном ключе нигде никто не делает этого. Весь процесс разбили на два этапа. Сначала объявили конкурс сценариев. Из 43 заявок отобрали 10 и снимать будут по 8. В рамках Шукшинского кинофестиваля совместно с Минкультурой и Молодежным центром кинематографистов Алтая для авторов заявок провели экспертную оценку. Так, о плюсах и минусах сценариев говорила зам главного редактора кинокомпании СТВ Анна Андрушевич. Она готова и включиться в проект. Сейчас предстоит доработать сценарии, собрать команду и запустить съемки. У нас нет такого большого количества профессионалов, да его в принципе ни в одном регионе сейчас нет. У нас нет киновузов или образовательных учреждений, которые бы готовили специалистов. И тем самым мы решаем две задачи. Мы хотели бы получить качественный проект игровой и при этом через него, ну, что называется, прокачать большое количество ребят. Прокачивать будут профессионалы. В Министерстве культуры края сказали, что поработать в проекте на безвозмездной основе согласны три режиссера, чьи работы участвовали в Шукшинском кинофестивале. Есть у нас, кто может помогать и операторам, и режиссерам, и художникам. То есть у нас же есть и гримеры есть у нас хорошие, костюмеры, бутафоры. Вот. Да, может быть, у нас нет профессионального гафера, осветителя, или как руководителя бригады осветителей. Но у нас есть люди, которые готовы учиться. Достаточно у нас и актерской базы, но народный кастинг все равно будет и довольно скоро, так как к декабрю все 8 серий должны быть отсняты, а следующим летом представлены зрителю, сроки поджимают. Но, по словам экспертов, этот проект должен стать точкой роста и превратить алтайское кинопроизводство в киноиндустрию. Чтобы у нас был не один веб-сериал и не один короткий метр там, в пятилетку, чтобы это была регулярная работа, соответственно, это позволило бы привлечь и занять в профессиональной киносфере наших ребят, и они бы оставались здесь, они уезжали бы в столицу. Веб-сериал повлечет за собой и другие изменения, например, расширение сети кинозалов в крае. Так что в ближайшие годы киносферу региона ждет серьезная трансформация. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, «День с толком».